Могли бы мы себе представить 10 лет назад, что на крупнейшей концертной площадке страны состоится мероприятие а-ля отчетный концерт за период. Концерт в честь самого известного кочегара нашей сцены. Виктор Цой, прожив небольшую, но яркую музыкальную жизнь, оставил мощный отпечаток кирзача в душах рок-музыкантов. Результаты фанатизма и киномании на днях мы имели честь услышать и увидеть. У всей нашей рок-тусовки от предложения принять участие в этом проекте начисто сорвало крышу. И они дружно принялись ваять, творить и лепить. В итоге мы получили феерическое шоу под названием «Кинопроба». То, что поимели при выходе трибьюта зрители и слушатели, достаточно спорно, ибо отношение к музыкальному наследию Цоя у всех разное. Всплеск эмоций музыкантов, которые, в принципе, уже состоялись, и их собственный музыкальный багаж вполне сопоставим с цоевским, может вызвать вопрос, почему они решили попробовать себя в проекте с названием «Кинопробы». Нас пригласили, мы решили принять участие. Это был, на самом деле, вопрос для нас сложный, очень даже сложный, но все-таки мы решили принять участие. А увиденного, в зале увиденного, мы еще ничего не видели, мы водку пьем, да. Солнце.